Дагестанцы могут теперь заниматься новым видом спорта. В Махачкалу приехал президент Международной федерации кёкушин кайто Юбазизов. Он же создатель нового течения, которое называется «Свободный бой». В 7-й школе гость республики провел мастер-класс. В зале собрались представители двух клубов «Сайфун» и «Буджитсу». Детям, подросткам и даже взрослым слушателям Азизов рассказал о тонкостях нового направления кёкушинкай. В свободном бою можно использовать приемы дзюдо, болевые приемы и многое другое. На конкретных приемах спортсменам показали, как выглядят поединки в стиле «свободный бой». На технику кёкушинкай было добавлено бросковые удушающие приемы, которые она, кёкушинкай, еще более сильно сделала. В данный момент она более сильный как вид спорта получается. И мы хотим его тоже развивать, его тоже как кёкушинкай. В первую очередь мы хотим это развивать в Дагестане, потому что на Дагестане именно есть база на этого. Потому что хорошие борцы есть, хорошие кёкушинкайцы есть. Через них мы хотим использовать, чтобы через них уже развивать по территории России.